Каникулы с корыстью. Звыш 9 тысяч детей отпочнут под час зимовых каникулов у лагерах дённого знаходжения. Гэтые новогодние тыдни для школьников обяцают быть насыщенными. У каждой установе адукации распрацавана своя программа по интересах. Хлопчики и девчонки поудельничают у квест-гульнях, майстер-классах, викторинах, а так само спортивных мероприемствах. У тым лику и на свежем поветры. До речи, все мероприемства проводятся с уликом вытрымливания у всех санитарно-эпидемиологичных нормов. В городе Слуцке будет реализовываться проект «6 отличных идей для отдыха». В Столбцовском районе проекты «Зимний город», «Формула здоровья». В Молодечнинском районе основной уклон будет сделан на спортивно-развлекательные мероприятия. Также следует отметить, что во всех учреждениях образования, где будет организована оздоровительная кампания, особое внимание будет уделяться, конечно же, минуткам безопасности для того, чтобы в зимний период еще раз напомнить ребятам о мерах безопасности на льду при катании с горок. Так само с 2 студеня на территории Молодечнинского района будет працевать круглосуточный лагерь с 9-дневным знаходжением.